Потайной ход под особняком, прямо как в детективном романе. Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала Смешного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру «Зов Ктулху». Да, у него был прямой вход к месту преступления, мы должны найти его. Ну, пойдем искать. Лучше использовать зажигалку, она бесконечная. Смотрите, здесь что-то есть. Ну, давай посмотрим. Три стула. Ага, провести расследование. Ну, давай проведем. С чего начнем? Наверное, со стола, да? Чарльз Хокинс часто бывал в этом месте. А кто остальные? Что должна олицетворять эта маска? Ничего хорошего. Что бы ни прятал здесь Чарльз Хокинс, он не хотел заносить это в дом. Ну, то есть он, получается, какому-то культу поклонялся. Но мы не закончили расследование. Что-то где-то еще осталось, чего я пока не вижу. Может быть, пригнуться? Ну, здесь я ничего не вижу, опять же. Так, я не вижу, что еще. Ну, внутрь не заглядывает. Здесь ничего нет. Может быть, мне надо сюда спуститься, посмотреть? Да, действительно, на самом деле. Этот клочок ткани совершенно точно оторвали от платья. Сара Хокинс. Она от кого-то пряталась. В смысле от кого-то пряталась? Она, наверное, увидела, решила проследить за мужем. И в итоге мне надо что-то найти, какую-то улику. Какую-то улику я должен найти. Ага. Тот, кто здесь сидел, мог видеть Сару Хокинс. Это может иметь отношение к ее смерти. Вот это уже похоже на правду. Так, а ты не можешь открыть сундук? Этот замок слишком сложен для меня. Класс. Вообще реально сложен? Или просто из-за того, что мы плохо прокачаны? Ну-ка давай посмотрим. А у нас нет возможности прокачаться, да? Это поиск. Да нет, тут получается дело не в этом. На самом деле самый сложный. Ну, что скажешь? Мысли есть? Так, ну я не хочу использовать лампу. Давай зажигалку использовать. Да зажигалку, тебе говорю, используй. Ну. Найти следы вора. Он, кстати, был в какой-то маске. И у него в руках была какая-то книга. Конечно. Весь остров пронизан туннелями. Пещера большая, и тут наверняка должны быть другие входы. Проход идет дальше вниз. Можно начать именно отсюда. Я тут не полезу. Я лучше найду другой путь.
Я бы не хотел портить форму, если можно. Ладно, ладно. Поищите другой вход. А я попытаюсь на счастье внизу. Вернитесь в главную пещеру. В смысле вернитесь в главную пещеру? Нам надо найти способ проникнуть туда. Может быть, здесь есть ключ какой-нибудь? Вот у меня нет монтировки, может быть, она пригодилась бы мне. А, так тут целая сеть туннелей. Я думал, здесь просто тупо какой-нибудь этот спуск вниз и все. А тут целый проход. Так, здесь я не пройду. Оба. Что-то вроде ловца снов. Если я коснусь его, он рассыплется в прах. Статуя какая-то. Старый дневник. В этой книге упоминаются верования пропавшего племени. Они поклонялись сущности, которая обращалась к ним в снах. Похоже, все племя исчезло в результате массового жертвоприношения своему божеству. Жесть. Дневник жены священника, часть вторая. Печальная смерть. Этим рисунком, наверное, несколько столетий. Ну, значит, по идее, должен быть дневник, часть первая. Статую мы не проходим. Ладно. Но получается, она позволяет нам забраться наверх. Хорошо. Могу я здесь открыть проход? Нет, не могу. Странно, что он даже не пытается его взломать, если там есть замок. Чё это за зеленая фигня? Ну, пошли искать следы вора. Время не пощадило эти постройки. Да, времени вообще никого не щадит, если уж на то пошло. Время самый худший враг человечества, который нельзя победить. У меня нет времени осматривать все ящики. Да, если вор он тут был, то он уже смылся, и ты можешь спокойно все облазить. Похоже на животный жир, но явно не китовый. Жир? У меня даже нет мысли о том, чей вообще этого может быть жир, если он не китовый, да еще и какого-то зеленоватого цвета. Что тут происходит? Пирс! Тише! Мы не одни! Боже милостивый! Во что вы меня втянули? Вот и узнаем. Я пойду. А вы постарайтесь не высовываться.
Да, там есть проход. Встретимся внизу. Хорошо. Вот тебе и след вора, да? Ха-ха-ха. Пошли вниз. Я не знаю, может быть, надо будет на картонах идти. Кстати, очень похожий получается момент, да, мы видели его в начале игры, где ему приснился кошмар. Были вот эти вот культисты и был полицейский, возможно, Брэдли и был в нашем сне. Но мы лица с вами не видели, лиц не было. И он пытался стрелять, и его убило вот это вот существо. Вот это вот вообще уже становится интересно. Чё за фигня? Игра сохранена. Общая могила. Но я туда не пойду. Стол для жертвоприношений. Подожди, подожди. Пластинка китового уса с гравировкой. На ней изображено странное существо. Наверное, ему поклонялись. На этой пластине из китового уса вырезано изображение странного создания. Просто если сейчас я посмотрю на портрет, то, скорее всего, пойдет какая-то заставка, потому что больше вариантов, куда идти, нет. Воу. Все как во сне, абсолютно то же самое. Да, не может такого быть. Иногда вы начинаете паниковать, бегите из таких мест как можно быстрее. Нет, черт побери, я должен найти выход отсюда. В смысле? Не в ту сторону, что ли, пошел? А в моем сне была дверь открыта. Ну, садись ты, ну. Фу, жесть. Теперь моя очередь? Да, время пришло. Скоро ты станешь одним из нас. Есть твое тело и разум твоей головы. Мне это снится каждую ночь. У меня постоянное видение. Я готов. Хорошо. Докажи. Прямо как в моем сне. Во-во-во, я про то же. А я что, могу здесь умереть? Я, наверное, пойду на картонах. Похоже, его недавно использовали. Может быть, в каком-то ритуале? Я нашел этот кинжал в туннелях под особняком Хокинсов. Хозяин бросил его, когда ушел с другими мужчинами в капюшоне. Мне это как-то пригодится в драке. Ну, хотя бы есть чем обороняться, если что. Да, классическая латынь. Посмотрим, что тут написано. Что это за пробуждение? И что это за священная плоть? Не знаю пока, о чем идет речь. Возможно, приносили жертву, чтобы вызвать Ктулху. Так, здесь закрыто, как всегда. Ну да. Мы пробирались здесь и использовали за лампу, чтобы взять бокорезы. Тихо-тихо, открыли. Я хотел посмотреть, что там у нас находится. Не дали.
О, древний спящий, прими этого сновидца под свое бессмертное крыло. Я Ктулу Нефсиха Фетаг. Дай ему плоть свою и прими его, чтобы тело его и тело твое стали едины. Давайте я гляну пока, что у нас здесь. Взял чем-то, потушил. Ну, просто на всякий случай посмотрю. Но здесь реально ничего нет. На лодке уже можно будет уплыть. Если что. Если что, бежать. Только, правда, непонятно, куда плыть. Но это особо роль не сыграет. Пусть его душа ведет тебя к нам, как твои сны привели ее к тебе. Пусть твои сновидцы откроют путь, чтобы настал день пробуждения твоего. Так. Масло возьми. Исследуйте пещеры, я их исследую. Ага, я его чувствую. А у тебя в самом деле дар. Ни слова больше. Пусти его в себя. О, спящий, мы молимся о твоем возвращении в царствие земное. Не-не, наверное, лучше на картонах. А это кто? Мертвы? Этот ритуал убил их? Но какой в этом смысл? Я не знаю, они готовят вон третью как раз для убийства. Что означает эта надпись? Не знаю, вариантов вообще мне нет. Мы готовы к церемонии. А твой протеже? Ой-ой-ой, чуть не попался. Его пробуждение подошло к концу. Он скоро к вам присоединится. Так, а подожди, а здесь же нет прохода-то. Блин, мне походу как раз туда надо идти. Потому что забираться он не умеет. Так, пока они здесь, я пытаюсь пробраться сюда. Блин, а там закрыто. Какой в этом смысл? А, нет, открыто. Я увидел, как туда спускаются два странных человека, и решил, что ничего хорошего это не предвещает. А это что еще такое? Нарушитель! Вот черт! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Не с места! Полиция! Не с места! Ну, это вот он и был. Стрелять буду! Брэдли, назад! Назад! Вы сами напросились!
Ё-моё. Чарльз? Вы не должны были это увидеть. И? Беги! Беги! Фух. Все рушится, нужно выбраться отсюда. Во-во-во-во-во-во-во. Вот теперь уже я управляю. Заставочка закончилась. Беги, 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 беги. О, черт! Вот черт! Все, мы все раскрыли. Я, кажется, я сказал, Чарльз живой. Чарльз живой оказался. Фух. Ай, нога! Я продолжаю идти. Я иду на выход. Я вижу здесь выход. Черт, кого-то убило. Какого-то культиста. Еще куча трупов. И вот он, свет в конце туннеля. Давай, Пирс. Свет. Наконец-то. Давай. Опа. Помогите.